Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Петр Порошенко созывает Совет национальной безопасности. Заседание состоится сегодня в 16 часов. На встрече планируют рассмотреть вопросы обеспечения украинских военнослужащих и проведения АТО. Дата очередной встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пока не определена. Об этом сообщили в СНБО. Напомню, накануне президент Петр Порошенко во время разговора с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером сообщил, что контактная группа может собраться 21 декабря. За сутки обстановка в зоне проведения АТО снова накалилась. Так, в районе Ольховатки террористы обстреляли украинские позиции из града. Вблизи Никишина боевики применили гранатометы. Обстрелом из стрелкового оружия подверглись украинские военные возле ряда населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, сообщают в пресс-центре АТО. Некоторые из них по несколько раз. К счастью, погибших среди украинских военнослужащих нет. Двое получили ранения. Террористы из стрелкового оружия обстреляли наших военных в районе населенных пунктов Сокольники, Опытная, Крымская, Пески и Дебальцево и новый терминал Донецкого аэропорта. Некоторые населенные пункты были обстреляны несколько раз. В районе Мариуполя активизировались беспилотники противника. На протяжении дня они трижды появлялись в небе над городом. Украинская сторона готова принять участие в оформлении груза российского гумконвоя. Об этом заявил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. Но есть одно условие. Это соблюдение Москвой всех требований международного и украинского законодательства. Как сообщалось, Россия уже подготовила очередной 10-й гумконвой. Его отправка по информации российского МЧС запланирована на утро воскресенья. Вместе с тем в СНБО сообщили о проникновении на территорию Украины колонны с белыми и окрашенными в национальные цвета России флагами. Вчера о 20:40. С территории России. Вчера в 20:40 с территории России через пункт пропуска из Варина в сторону Украины проследовало 6 грузовых автомобилей с белыми флагами и флагами России. Представителей украинской межведомственной группы о следовании данного груза российская сторона не проинформировала. Объясняет это тем, что груз не является гуманитарным. В то же время вчера с территории Украины прошли гуманитарные грузы для оказания помощи жителям области под эгидой Международного комитета Красного Креста. Это 4 грузовых автомобиля от украинского отделения этой организации с грузом продуктов общим весом около 46 тонн. Массою близко 46 тонн. При штабе АТО появится подразделение Государственной фискальной службы. Его задача – организовать грузоперевозки между оккупированными районами и подконтрольной Украине территории исключительно законным образом. Об этом заявили в Донецкой облгосадминистрации. Представители подразделения будут оперативно выезжать для проверки грузов и в случае необходимости действовать адекватно ситуации. Кроме того, они будут нести службу на блокпостах, через которые проходят основные магистрали. Возле Мариуполя сегодня проводятся военные учения. Как сообщили в городском совете, на полигоне западнее города проходят плановые занятия по огневой подготовке. Украинские военные совершенствуются в стрельбе из ручных гранатометов. Правительство США передало Госпогранслужбе Украины 35 бронированных внедорожников. Автомобили предназначены для усиления пограничных подразделений. Кроме того, украинским пограничникам передали 2300 комплектов защитного обмундирования. Всего в рамках проекта «Усиление оперативно-служебных возможностей Госпогранслужбы Украины в сфере исполнения служебной деятельности» в следующем году дополнительно передадут автотехнику, тепловизоры, переносные стационарные радиостанции, а также средства индивидуальной защиты стоимостью почти 10 миллионов долларов. Минимум 130 тысяч детей были вынуждены оставить свои дома из-за конфликта на востоке Украины. Об этом заявила представитель регионального офиса детского фонда ООН Кристен Элсби. По данным организации, более 1 700 000 детей пострадали из-за нынешнего конфликта на Донбассе. С марта текущего года 500 000 человек стали вынужденными переселенцами и нашли приют в других регионах Украины. В связи с этим ЮНИСЕФ просит доноров в срочном порядке выделить 32 миллиона долларов в помощь детям. В ООН подчеркивают, что критической стала ситуация с образованием на Донбассе.
Дети платят наивысшую цену за нынешний конфликт в Украине. Разрушена инфраструктура, не хватает питьевой воды, сложно получить медицинскую помощь в зоне боевых действий. Все это ставит под угрозу жизни детей. Конфликт на востоке Украины сорвал обучение 50 тысяч школьников. В тех регионах Донецкой области, где продолжаются боевые действия, закрытыми остаются 147 школ, 187 учебных заведений частично или полностью разрушены. Марафон Святого Николая пройдет в воскресенье на Софийской площади в столице. Все желающие смогут поучаствовать в забеге и тем самым поддержать детей-сирот и детей-переселенцев из зоны АТО. Ну а в Украинском доме уже проходит регистрация. Подробно о мероприятии расскажет Вероника Секты. Марафон стартует в воскресенье в 10 утра на Софийской площади. Организаторы подготовили две дистанции – 5 километров для взрослых и 500 метров для детей. С каждого регистрационного взноса 50 гривен пересчитают на благотворительность. Свой стартовый номер получил и украинский музыкант Олег Скрипка. Всех запрошуем на марафон. Всех приглашаем на марафон. И как раз духовность – это Святой Николай. Духовность – это благотворительность, а здоровье – это спорт. Потому это оптимальное соединение, которое произойдет завтра. И я всех приглашаю. Я всех запрошу. В рамках забега Святого Николая организаторы устроили также благотворительную ярмарку. В ней участвуют более 60 мастеров со всей Украины. 15% – это минимальная сумма, которую мастера пересчитают детям, потерявшим родителей в зоне АТО. Некоторые сказали, что они пересчитают 30%, кое-кто 50%. Дехто 50%. Жанна планирует перечислить нуждающимся всю выручку от продажи своих картин. Помочь детям-переселенцам решила без раздумий. Благотворительность – это дело хорошее. Вот. У нас фактически 100% уходит на благотворительность всех денег, что мы собираем. Купить на ярмарке немного сувениров и тем самым помочь детям можно будет и 21 декабря. Вероника Сектым, Андрей Коваль, ПТБ. Святослава Карчук дал благотворительный концерт. Собранные от него средства пойдут на полное обновление и закупку оборудования для операционных залов Запорожского военного госпиталя. Среди гостей в столичном театре имени Ивана Франко были известные политики и деятели культуры. В частности, президент Украины Петр Порошенко. Глава государства прибыл вместе с семьей и рассказал, сколько пожертвовал на помощь военному госпиталю и украинским бойцам. Не секрет. 100 тысяч Не секрет, 100 тысяч гривен. Вообще, это очень удачная и святая цель – возобновить работу военного госпиталя. Очень приятно, что на это обратили внимание. Раньше, если характеризовали украинцев, то говорили «моя хата с краю». Посмотрите, на сегодняшний день весь украинский народ сплотился и показал, что ему не все равно, что это его дело. Это ни много ни мало, а если считать все деньги, которые мы собрали и еще собираем сегодня, и ту помощь, которую нам предоставили наши партнеры, то сумма помощи почти 1 миллион гривен. Деньги, которые останутся, мы передадим на нужды Востока. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь на нашем канале и хорошего вам дня.